Так, ну вот на первом этаже квартира. Сейчас посмотрим. Дверь от застройщика. Деревянная. Опа, платежки, да? Так, ну вот первый этаж. Такой коридор. Заходим. Санузел. Такой санузел. А санузел 1,70 м ванна, да, здесь станет, по идее? Ну да, да, да. Я думаю. Здесь стандартом она. Ну да. Ага. Ну это самая большая однушка. Ну да. Глянь, какая комната. Да, большая. Комната длиной больше 5 метров, наверное, да? Рулетки нет здесь? Рулетки нет? Рулетки нет, но я сейчас могу сказать, сколько живу я сразу. Ну здесь 18 написано. А так 37 квадратов. 37 квадратов. Кухня 10 квадратов. Высокий первый этаж, чтобы не надо переживать за то, что если кто-то что-то залезет, не залезет. Дверь, это можно ставить на вход, да? Туда можно поставить, да. Ну да, это кто-то, наверное, заказчик хотели хозяева ремонт делать, да? Да, да, и не получилось. Понятно. Вообще это все вывезет, это не проблема. Они сами вывезут. Я понял. А дверь не знаете, это новая либо ушная? Ушная. Ну вот. Ага. Вон пена там. Но они готовили, чтобы ее сюда поставить, да? Да, да. Я понял. Ну да, большая комната, да? Очень кухня. Слушай, а кухня поменьше, чем на Тарасова, нет, свет? 10 квадратов. Здесь 10? Это кажется из-за того, что диван просто. Да, 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 10 квадратов тут прям 100%. Просто она как-то квадратная, у нас там длинная была. А, здесь аппендикс, из-за этого нам кажется, что поменьше. Да, да. Но это все равно большая кухня, 10 квадратов. Ну, да. Ну, то есть вот квартира, получается, окна и сюда, хорошо, и да, сюда. Распашонка. Цена 2750, да? Да. Понятно, еще вложить ремонт 500 тысяч на лето, да? Ну, материал, плюс-минус, работы. Да, плюс-минус так это и есть. А с ремонтом они стоят уже 3,5 примерно, да? 3,5, но не, можно, конечно, найти с косметическим ремонтом, я думаю, можно найти за 3,200. Угу. Но смотрите, это уже не будет такая большая однушка, да, во-первых. Да. Это однушка такая единственная в кошельке, которая здоровая. Да. Сейчас здесь однушки есть, вон, в новых домах вообще.